И снова в пятницу, 24 марта, в 18:15, в эфире телеканала «Самарагиз». Программа о животных «Хочу домой». Вы увидите видеовизитки. Трем собакам и одной кошке ищут добрых и ответственных владельцев. Посмотрите, оцените, заберите. Возьми собаку из приюта, и кошке тоже нужен дом. Специальная подготовка военных собак. Четвероногие питомцы на службе в Росгвардии. Гости в студии Александр Масленников и кинолог Александр Семенова, организаторы и идейные вдохновители проекта «Вот он, пес». Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самарагиз» в пятницу, 24 марта, в 18:15.